Сотрудники ГИБДД постоянно призывают и водителей, и пешеходов к безопасности на дорогах. И те, и другие часто демонстрируют пренебрежительное отношение не только к санкциям за нарушение ПДД, но и к собственной жизни. Пример тому – случай, который произошел на минувшей неделе в Цивильском районе. Авария случилась рядом с деревней Табанары. Водитель БМВ на полном ходу сбил 75-летнюю бабушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Молодой человек за рулем иномарки должен был снизить скорость, приближаясь к зебре, но совершил наезд на внезапно вышедшую из-за пластикового отбойника женщину. Она ударилась о лобовое стекло, отлетела на несколько метров и скончалась еще до приезда скорой помощи. Кстати, на пенсионерке была яркая куртка. И сам наезд произошел днем. Все обстоятельства ДТП выясняются, возбуждено уголовное дело. Всего же с начала этого года в республике зарегистрировано 307 наездов на пешеходов, в которых 52 человека погибли.